Я повар из игры «Маленькие кошмары». Поставь лайк за 3 секунды, если ты не хочешь, чтобы я тебя вырубал на мясные кусочки. Ставь лайк, если ты про, а с тобой Найсик бро. Кусики кусочки, а с тобой шестая. Правильно, я думал, ты скажешь Фласточка, но нет, не подловил. Блин, и это реально шестая из Майнкрафта, то есть из Little Nightmares, или же Маленькие кошмары, и также... Шучу, я Фласточка, которая сделала каре. Девочка с каре. Вот, короче, вот видишь ли ты вообще вот этого вот повара? Наверное, видишь. И напиши в комментариях, боишься ли ты этого повара вообще вот из игры «Маленькие кошмары». Ну, по-моему, он просто мерзкий, типа. Ну, не прям страшный, хотя я еще сит не проверял с ним. Но мы обязательно с Фласочкой вместе туда пойдем уже очень скоро. Так что следи обязательно. И у Фласочки тоже будут близнецы, а у меня просто этот повар. Что, Фласочка? Ничего. Вот, короче, вот она бежит как раз. Шестая бежит от него нафиг. Как-нибудь прокрасться, чтобы он не заметил. Ну и смотри, это получается целая арена, где будет не просто... Вот знаешь, да? Видишь эту Фласочку, видишь вот эту половинку арены. Что? Маленькую шпиньку. Шпиньку, реально. А с другой стороны происходит нечто, о чем Фласочка не знает. О-хо-хо. Это целая армия из тысячи поваров близнецов. Это вот такой Биба и Боба. Получается, вот это Биба, вот это Боба. У одного, кстати, нож, у второго топор. Чё? Ты маленький. Биба, Боба. А чё ты маленькой стала еще больше? Она типа шестая, она же маленькая. Ладно, ладно. Ну да, ты права. Они такие огромные, она... Ну, кстати, ты права, реально. Ну, прям один в один теперь получается. Окей, и, кстати, вот тут вот еще гость, типа, смотрит на тебя. Сосиски уплетает. А где моя сосиска? А где моя сосиска? Шестая сожрала. Не-не-не, а где моя сосиска? Гость сожрал. Вот собака. Вот собака. Блин. Они так сосиски смешно жрут, я не могу. Да, они как будто носом ее едят. Фу, как черви. Как будто, знаешь, вот черви, знаешь, как испражняются, вот. Да. Ладно, все, уже хватит этих нервов. Это сардельки. Сардельки. Из людей, кстати, это из людей сосиски вот эти? Да, вроде. Ой, фу, еще хуже. Куда можно еще мерзотнее? Ну, вот это повод, чтобы бояться вообще этих поваров ненормальных. Они же гостей потом еще на мясо дают, да? Я из тебя такие сардельки сделаю. За что? Из меня? Сделай из поваров вот этих вот наглых, которые здесь ходят. Ладно, я же пошутила. А, ну ладно, короче, а вот, кстати, шестая картинка. Ну и что ж, вот у тебя... А, подожди, куда начинаем-то? Давай бери из сундука вещи, то есть алмазную броню можно надеть, которая тебя будет защищать от поваров. И также строй... Да, строй против них уже свою, как бы, базу. У нас сначала начинается как? Помнишь, в прошлом ролике было против мультяшных котов вроде Фласочкой? Или против кого? Я что-то уже и не помню. Надо даже посмотреть. Ну и давай, кстати, при том, как я буду сейчас смотреть, что там было за видео, смотреть, как Фласочка строит. Так. Зайду-ка сейчас в YouTube с телефона и напишу Найсик Бро. А вот там Фласочка маленькая бегает в алмазной броне, то есть шестая. И вроде бы последнее видео у нас было 1000 скромников, да? И там я сражался. А, и вот в мультяшных котиках как раз я тебе давал... То есть... А, нет, или ты меня туда закрыла? Нет, против скромников я сражался, да? Да. Вот, и ты мне дала, типа, всякие оружки там и тоже строить. И я строил базу. Я вроде бы с ними даже справился. Кстати, Фласочка, и тут до первой смерти, если ты умираешь, то все, ты проиграла. Вот такие теперь правила. Так что серьезно? Надеюсь, что у тебя все получится. Бля, ты крыса. Ну, Фласочка, извини уж, ну просто, типа, знаешь что? Тут либо они из тебя фарш делают, либо я делаю из тебя. Ой, либо они из тебя фарш делают. Либо ты, либо они. Тебе помочь? Не надо, спасибо. Давай, чтобы побыстрее, я редстоун помогу поставить, окей? Да, давай. Я же знаю, что ты хочешь построить. Ты мне говори, я буду тебе помогать уничтожать, чтобы не было вот таких казусов. Ой, так, сейчас. Вот сюда поставили.
И Фласочка хочет, короче, вот здесь вот, перед прямо входом, то есть куда будут идти повары, когда мы откроем стенку, она зажжет огонь, и здесь они все подожгутся просто нещадно. И Фласочка реально хочет такое сделать с ними. Вот это, конечно, ужасы на самом-то деле. Но на самом-то деле еще и круто. Так-то Фласочка придумала. Вот здесь вот штуки поставили, тут тоже штуку. А, ну, ой. Чё там? И, короче, теперь... стоп, не так же это делается, все вспомнил. Мы же делали, да, вот так. Да, там же вот такие штуки. Ага. И надо еще придумать, куда ты поставишь рычаг. Не этой стороной. Вот так вот это строится, да-да-да. И еще одну такую построй, вот тут вот за место этой. И я пока что тебе проведу рычаг, который будет за всем этим следить. То есть вот так вот. В принципе, ты можешь уже начинать, типа. Ну, это еще не начало, конечно. Что там у тебя? Еще снежную базу, да, ты должна построить? Что у меня, да, и капканы. А, и капканчики расставь. Ты где будешь ставить их? Прямо вот тут, перед входом? А у тебя сколько их? 62 стака. Ничего себе, я думаю, тебе столько не надо. Давай ты все ставить не будешь прям. А то это слишком долго будет. Давай уже строй, короче, базу. Корова! Дура! Ладно, Фласочка, давай строй уже, короче, снежную базу, а то слишком долго получится. А что это мы тут такое строим? Неужели иглу? А, нет. Ты какую-то горку, что ли? Непонятно пока что. Фласочка, только прям огромную не строй, построй что-то там. А, это типа ты собралась сугробы строить? Да. А, я то есть правильно понял. Реально сугробы. А ты, кстати, можешь еще, знаешь, как, типа вот так вот вставать за сугробчиком таким и стрелять. Да, я знаю. Крутяшно. Че, все? Лучше построить? Сейчас, подожди. Ничего не построил, да? Окей. Кстати, у тебя тут еще сундук сверху будет, но его потом откроешь, когда будешь уже сражаться против больших. Ну, ты это, наверное... Ну, ты этого не знал, конечно, но вот теперь знаешь. Так. Все жители стоят. Ой, какие жители, ё-моё. И вроде бы уже они все готовы, они все хотят сражаться. И, кстати, им тут снег может помешать. Вот это я, конечно, напортачил немножечко. Надо пока его почистить, пока там Фласочка строит. Вот тут вот все почистить так аккуратненько. И заметь, здесь армия не только большие, то есть два больших, это близнецы, и также куча маленьких близнецов. И вот такие вот здесь, и вот такие. Они все разные. Ну, то есть, не, они не все разные, а только два вида здесь есть, вот этих вот самых поваров. Но их тут как бы много. Ну, вот и я почти все почистил. Фласочка там уже, наверное, достраивает. Да, шестая? Да. Да, вот ждем. Чун-чун-чун, убираем весь снег. И добро пожаловать. Ой, ты тут реально классно построила. Ой, я уже представляю, как повары будут на тебя бежать, и ты будешь отчаянно сражаться с ними. Ох-ох-ох, вот это интересно. А, давай я тебе, кстати, проводку сделаю прямо в твою базу. Как тебе? Да, это давай. Идет? Чтоб ты прямо вот здесь вот это делала. Куда тебе именно проставить рычаг? Хочешь прямо вот сюда? Давай, да. Сейчас вот здесь вот проведу. Кстати, сзади не обязательно снег ставить, они же сзади у тебя не будут заходить. Так что здесь, в принципе, можно очистить. И, в принципе, почти готово. Оп. Погодь. Кстати, можно проверить эту схему. Вот здесь вот поставим. Работает, видала? Да. И теряно не гасится. Блин, я ошибочку сделал. Сейчас я сделаю, я знаю, как это исправить. Берем. Дурында. Нет, Фласочка, все нормально. Что ты? Так, сет 0. Команда профессионалов. И все. А снег... А что оно не... А если оборвать сигнал? Я понял. Я все правильно делал. Просто тут это... Сигнал не обрывается. Ну все, теперь потушилось. Готово. Все, короче, сейчас начинаем? Все, давай, да. Вот я готова. Сейчас будет сражение 6 из Little Nightmares против поваров-близнецов. А, у меня оружие на месте, да. Стоп, Фласочка, дай чуть-чуть на тебя посмотреть еще, 6-я. Так, ой, кстати, реально классная прическа у нее еще, мне прям нравится. Тебе тоже? Да. И у нее еще костюмчик крутой.
Как он? Да, дождевик. Ну все, раз. Отсчитывай давай, ты давай отсчитывай. Раз, два, три. Поехали! И что произошло? А где? Я не снял ничего. Что произошло? Вот все, короче, пошли. О, мама! Вот это ужас! Пошла жара! Все а сразу пошли! Они все зашли, но они подожглись, кстати. О, нет, Власочка, живи! Тебя убивают? Они меня прям... Все, я умираю, да! У меня две сердечки осталось. Ты погибла? Ладно, ладно, тебе дается 3 жизни, так уж и быть. Давай я тебе еще яблок золотых накидаю. Нет, проиграл. Надо сзади. Я забыл тебе яблок накидать, вот моя ошибочка. Так что, в принципе, у тебя 3 жизни за это. Вот здесь вот тебя ставлю. Давай. На, держи яблочки быстрее, пока можешь. Ухватывай и кушай их потом. Надеюсь, ты успела. Или нет. О, господи, какая толпа просто. Они не дали тебе вообще никаких шансов. Смотри, я куда тебя поставлю. Я тебе придумал, как спасти тебя. Вот так вот. Давай я тебе кое-что сделаю очень спасительное. Вот, смотри. Ай! Фласочка, живи! Платформу! Блин, надо побольше ездить. О, ужас! Готово! Вот, на, держи яблочек, тебе надо перекусить. Скушай это. У меня оружия вообще не осталось. А у тебя и не было их вроде бы, да? Да, у меня 2 только было. Бластер и все. И голоден, пила. Голоден. А ты перезаряжать их можешь, не забывай. Они, у тебя все, у меня перезарядка делалась, у меня только бензопила. Бензопила? Попробуй их, короче, прыгай и руби их. В принципе, у тебя, ладно, бесконечно жизни, так уж и быть, потому что, сама понимаешь, тут слишком сложно. Я что-то не рассчитал, чтобы они были послабее. Что же я не так сделал, ты не пойму. О, господи, классно! Тебя просто закинывают, они не дают тебе никаких шансов. Они... Все, ты погибла? А, нет, еще не погибла. Ты их пилишь, да, рубишь? Пилой. Да. Я не понимаю, эта пила работает или нет? А ты правой кнопкой мышки бей. Ты, короче, не так делала, да, я так понимаю. Ну все, теперь готово. Кстати, у меня 4 вывески повар. Вот я еще что ошибся, то, что я им не сделал. Господи, ты бы была на месте меня, это такой ужас. Вообще ничего не было. А я был, когда со скромниками сражался. В принципе, ну ладно, не так ужасно бы у меня было. А ты умерла, да? А, нет, не погибла. А как? А, ты меня в огонь! Ну, это нормально, Флашечка. Типа огонь и огонь. Почалось, я просто куча. Они погибают потихоньку, ты их распиливаешь, и с них даже мясо падает. А смотри, они реально, они даже в капканы попадали. Прикинь. А куда они на... Они не на тебя нападают. Что? Флашечка, мне кажется, ли они между собой подрались? Они реально между собой! Они между собой! Что за чертовщина? Отмудохала их. Так, чарами. Ладно, Фласточка, смотри, что я тебе предлагаю. Сейчас я тебя телепортирую. Видала, да? Бери, быстрее, пока можешь. Ухватывай все. И теперь ты можешь повзрывать больших. Да, у тебя инвентарь полный, да? Да. Ну, ты убрала, и все. Теперь стреляй, давай, убивай большого повара. О, пошла вторая очередь. Опа-на, тебя зажали, Фласточка. Ой, арена даже открылась. Вот черт, вот этого я и боялся. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Все, отправляем тебя обратно. И теперь дальше сражайся. О, господи. Кстати, ой, Фласточка. Ой. Ты себя взорвала. Вот эта ошибочка была. Оп. Все, вернул тебя. Теперь ты свысока смотришь на этих вонючек. Еще надо сделать, короче, weather clear, чтобы не было снега, то он мешает просмотру. Все, теперь получше стало. И даже Фласочку достают на такой вышине. Представляешь? Опа-на! Ну да, тебя доставали. Я просто, мне показалось, что с тебя ударили. Ну ладно. Так, все, Фласочка, чтобы усложнить, а то ты сейчас всех победишь, я сделаю вот так вот. Ты отправляешься к этому глупому повару. Взрывай его! Пам-пам-пам. Ой-ой-ой. Оп! Все, вернули тебя вот сюда. Круто, с телепортами очень круто. Так это, сложно тебе. Кстати, ты можешь это самое, больших, короче, обстреливать ракетами. Я да, я видел, так что я тебя вот так телепортирую снова.
ты теперь около гостя, прям у гостя сидишь и радуешься. А вот кто не знал, вот так вот выглядит повар. Ну, то есть два повара, близнецы. Фу, ты их так распиливаешь, они все на мясо. Ты взорвала свои ловушки, кстати. Все, у тебя больше нет ловушек. А я придумал, вот так вот сделаю. Оп, все. Возвращаешься. Кстати, они довольно-таки быстрые, вот эти маленькие повары. А большие они медленные. Ой, Фласочка. О, я обречена. Так, а сколько ты нанесла, интересно, вот этому повару? Я так и не понял. Ты его почти убила или нет? Так. Ой! Умерла снова. Я у меня, кстати, скоро патроны все кончатся. Сейчас я тебя телепортирую. А у тебя реально уже патроны кончаются? Да. Так, надо придумать тебе какое-нибудь еще оружие. Сейчас, Флашечка, мы тебе придумаем прям крутое оружие. И это будет... Что же такое взять, чтобы реально тебе помочь? Давай базукой. И еще я тебе дам ракеты побольше. Стреляй, короче, вот этой большой. Ой, ты чем стреляешь? А, ты тут так перезаряжаешься? Да смотри, сзади тебя базука лежит, возьми ее. И с нее теперь стреляй. Вот свою выкинь, короче, и вот это используй. Ну, вот как хочешь, да. Вот это пробуй. И теперь стреляй по этому повару большому. Бам! Сколько у него вообще здоровья, я не пойму. Все, ты его почти убила, я так понял. Или это да. Ты еще и мазила. Крылища. Мазилкина. Отстань. Давай. Все, в пекло попало. Конец тебе, Фласочка, уж извини. Ой-ой-ой, снова погибла. Ладно, отправляем тебя снова на спасение. То есть снова на арену. Спаун поинт, Фласочка. Все правильно, я же прописал. Что же не так, Фласочка? Не пойму. Так, ты уже почти... Я скоро большого убью. О, нет, нет, за что, он же был милым. Нет, ты... С него выпала куча мяса и также легендарный нож мясника. Меня бедю. Тебе зажимают, беги. Ты должна спастись. Ладно, я тебя телепортирую, чтобы... Ой, снова тебя немножечко, так сказать, подбодрить. Ой, здесь еще куча все равно этих засранцев. Так, я немножко пока поочищаю, потому что здесь слишком жестко все настало. Надо немножко поочищать, пока Фласочка там сражается. Вот этот снег почистить, да, сам понимаешь. Ужас. Я в самом недре событий. О, нет, Фласочка, ты в ужасе. Ой, это взорвалась? Пора тебя спасти снова. Так что телепортируем тебя прямо сейчас. Оп, все. Ой, прям в эту, ой, да? Прям в огонь. Спасибо. Извини, Фластика. Блин, сколько же здесь грязи, как это быстро чистить? Меня что, большого убила? Да? Да? А, нет, еще. А, стоп, ты убила. А, нет? Он пропал, ты его реально убила, Фласочка, представляешь? Куда ж ты его делал? Балдеж. Все, осталось мелких этих засранцев. Ага. Блин, как же у меня все-таки лагает из-за этих всех грязей. Так, все, Фласочка. Глобальное очищение надо сделать сейчас. Так. Все, Фласочка, изымаем у тебя все. То есть ракеты все выкидывай. Оп, вот так вот делаем. Теперь тебе даются пулеметчики. Все, Фласочка, хватит. Теперь тебе даем пулеметчики. Сейчас хватит поблажек, да? Поблажки вообще жесткие тебе. Ну ладно, в принципе, самое крутое вообще посмотреть, как ты с ними это справляешься с пулеметов. Это интересно, по-моему. Вот, сегодня держи магазины для штурмовой винтовки. Ты почти уже убила всю тысячу. Осталось только вот маленьких, да, и все, как бы. Победа. А где? А вот они все в недрах, короче, я так понимаю. Вот тут они. Да и в принципе их уже мало осталось, ты почти всех убила. Оп, бежишь! А, тебя сейчас он отрежет это своим топором. Офигеть, он толкается, тебе реально больно. Ах ты козёл! Кто? Повар? Да. Смотри, ты себе базу построила, можно сказать, в шахте. Оп! Кушай! Быстрее! Ой, я даже смотрю, как ты там сражаешься с ними. Все, последние повара остаются. Кстати, они очень долго убиваются даже с таких пулеметчиков. Это как-то странно. Че ты вообще? Еле-еле прям. Да. Ладно, Фласочка, и сейчас я тебе даю супер поблажку. На, держи. То, что никогда не получишь больше. Тун-ту-тун, твое смертельное оружие. Твое самое любимое смертельное оружие. Миниган. Бам! Все, пошла заразь! Уничтожающих просто сейчас жестоко.
Они, кстати, они, знаешь, они хорошо пули принимают, я это понял. То есть они такие толстые, что у них... Всё, у меня кончился. А так перезаряжай, у тебя, это, перезарядка есть. Вон, у тебя барабаны под собой. Вот, на, держи. А где? Вот они. Так, короче, они принимают патроны прям своим жиром, я так понимаю, из-за этого, типа, они долго убиваются, представляешь? Да. Их броня кожаная. Кожаная броня в натуре. А еще у них маски? Непробиваемая. Стоп, а этот жир, это тоже накладной или только маски у них накладные? Знаешь, не? Не знаю. Блин, надо будет узнать. Вот этого я тоже не знаю. Так, ладно, уничтожай их, все, пошла жара. О, чуть-чуть осталось. Все, последний? Нет, Плашечка, не последний. Сейчас тебя в пекло закидываю. Па! Еще одна битва, можно сказать, новая. Ой, тебя сейчас зажру. Это перезарядка долгая. Ну а ты что думал, это все-таки миниган, ё-моё. А я вас снежками обстреливаю, тебя снежком. Оп-оп-оп. Все, снежки. Пошла, та-да, зима, короче, пошла, не жара. Опа, попа, попа. Тебя убивают? Да. Ой, там еще, короче, вышли за пределы, представляешь? У-у-у. Тебя так рубят вообще беспощадно. А ты, а что, у нас моя броня сломалась? О. Походу, да. Ты теперь вообще бедняга. У тебя же... Давай, Плашечка, тебе чуть-чуть осталось. Давай, уничтожай их, они все-таки не такие уж и сильные. И все, почти закончилась наша битва. Ох, Плашечка, ты, кажется, справишься, я так понимаю. Давай я даже один... Ой, мама. А, не, я выстрелы не смогу сделать. Ты куда делась? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, все, Плашечка, тебя сейчас зажали. Ой-ой-ой. Спасаю! Пам-пам-пам. Снова спасаю. Давай обстрел! Ой, так. Поп! Отправляй тебя на базу! Ты на базе! Ты куда меня закинул? Это твои снежки. Ой, эти самые горки твои. База. Да, твоя база. Ну, все, ты как бы почти справилась. Осталось совсем чуть-чуть. Ой, меня уже от этого звука минигана голова. Голова у меня болит. Вот ну все. Папа боль тебя устроил. Взял меня, как крысы столкнул. Да, нормально? Сзади. Козел. Ты умерла? Повары все-таки такие хитрые, да. Повары. Они, короче, тебя уже 1000 раз замесили, они могут без тебя уже котлеток нарубить так целую кучу. Ну, на самом деле, ты хиленько. Повар спрашивает повара. А, кстати, какая у тебя профессия? Повар, отвечает повар. Короче, знаешь, что я подумал? А вот какая выгода им тебя рубить, если, типа, из тебя даже фарша не сделаешь такого, знаешь, большого? Да. Там всего-то 2, ну, килограмма 2 котлеток получится, остальное костяшки. Может, они думают, что я мышь? Мышь? Да. В смысле? А-а-а, типа они же не допускают, да, чтобы у них на кухне были всякие крысы, да? Да-да-да. Ой, они чистоплотные так-то, да, получается? Довольно-таки. Ну, так не скажешь. Ну, потому что они режут, да, но у них же это, они чисто сохраняют свои, моют там тарелки, все как будто, понятно? Да, они своя так-то... кухня в чистоте. Короче, я их тогда уважаю. На кухне. Так, а где, а как мне подняться? Да вот-вот, помогаю тебе. Короче, ну что ж, шестая победила. Всё? Она справилась со всеми поваришками. Все? Я, ну, всех убила? Ну, типа, смотри, реально? Там еще вот, там еще парочку есть. Вот, давай, допиливай их, короче, и все, и ты победила. 4 осталось всего, и все. Ой! А, мама! Шок, мама! Ой-ой-ой! Они тебя даже к командному блоку оттолкнули какому-то. Смотри, они как коровы на льду. Офигеть! Они такие быстрые стали здесь, на льду. Знаешь, Юрий на льду, или как ты там? Ай! Я тебя спас снова. Спасибо, спасибо. Давай, осталось всего 2 челика. Звук стекла даже. Ой, даже дождь пошел. Ну ладно, давай не будем убирать дождь. Убивай последнего. Какой красивый звук. Где? Когда по стеклу бьешь. Да-да-да, я тоже, мне понравилось. Ой, ты даже кого-то еще завалила. Ну что ж, Плашечка. Что прям как будто искринки такие, ну. Искринки, да? Чё? Балдёжный звук. Как ладно. Будто кристаллы бьются. Все, Плашечка победила! Шестая. Ура! Ура! Надеюсь, тебе понравился этот видосик, и ты поставишь на него лайкосик. Также, обязательно подписывайся на мой канал. И на мой канал, на канал Фласочки. Которая сегодня играла за шестую, и также...
не теряй. Пока.